Кто в ответе за наших детей? Кому мы доверяем самое дорогое в жизни? Это очень страшно на сегодняшний день, что каждый третий может себя считать воспитателем. Кто виноват в избиениях детей, воспитатели или система? Я лучше лишний раз уволю воспитательницу или же нянечку, но этот клиент у меня должен оставаться. Почему факты рукоприкладства остаются безнаказанными? Суд, несмотря на такую жестокость, он просто закрыл глаза. И решат ли проблемы дошкольного образования большие зарплаты и лицензирование? Мы провели свое честное журналистское расследование. Вопрос вообще на самом деле очень сложный. Никто не даст гарантию ни одно учебное заведение, хоть с лицензией, хоть без лицензии, высшее, среднее образование, о том, что никто не будет рукоприкладство, да, совершать в отношении несовершеннолетних детей. В первую очередь, это человеческий фактор. Учебные заведения дошкольные не проверяются. Соответственно, работают там воспитатели, либо не имеющие педагогического состава, никто не знает. Что сейчас происходит в детских садах, многие называют отголосками более чем десятилетней давности. В 2011 году из-за дефицита дошкольных учреждений тогда еще Министерство образования и науки принимает решение об отмене лицензирования деятельности детских садов. У казахстанцев появляется возможность оставлять своих чад в небольших коттеджах, маленьких квартирах и даже подвалах. В столице большое количество, просто огромное количество детских садов. Вот если посмотреть на карте, они находятся и в частном секторе, и в многоэтажках. Вот один из них находится вот в этом доме. Сейчас мы посмотрим, что это за детский сад, какие там условия. Ты садик? Садик? А можно посмотреть? Посмотреть нельзя, потому что бұл жерде үлкей балалар бір үйдің алмайын атыстап отқарымыз. Сейчас грипп, ветряк деген... Не, я заходить не могу, просто вот так посмотрю, помещение. Почему не надо? Кем был? Үш групп бар. Кухнясы бар, мынау бар, мынау бар, мынау бар. Ар жақта кухня бар, тамақ ішілген. Общая площадь, да? 85. 85? А общее число детей? 30. 10-10 баладан. 30, не? Ага. Әр группаға 10 баладан ғана. Біз одан көп ала алмаймыз, үлкен тамақ бергенге де ыңғай. Камера бар? Жоқ, жүрде ол үйде камера. Қаяқтан өзіміз камерамыз. Открыть детский сад сегодня может, по сути, любая домохозяйка. Через ЭЦП создается ТО, далее нужно получить устав и заключить с родителями договоры. Кстати, типового варианта нет. Все зависит от воображения предпринимателя. Если, конечно, я пойду для получения государственного заказа, только тогда мне понадобится санзаключение, ЧС заключение и так далее. А если же я просто решила открыть для себя, у меня есть клиентура соответствующая, то пока, не дай бог, у меня что-то, чрезвычайная ситуация какая-то не произойдет, обо мне даже никто не узнает. Вот это вот самое страшное. Даже никто не проверит, чем я их кормлю, где они у меня спят, вообще спят ли, да, выгуливаю я их ли, даю ли им какой-то образовательный процесс, происходит ли на самом деле. Вот в этом-то вся проблема. Из-за того, что эти учреждения входят в предпринимательский кодекс, на них распространяется, собственно говоря, и мораторий на проверки, да, и в том числе, согласно законодательству, их невозможно контролировать, их невозможно без предупреждения посещать, даже контрольно-надзорным органам, таким как... санэпидемиологический надзор, органы прокуратуры, те же управления образования, здравоохранения или социальной защиты, в чьем ведении находятся эти учреждения. Соответственно, я просила, чтобы и учреждения интернатного типа, и вообще учреждения, где находятся дети,
они были исключены из предпринимательского кодекса, и на них такие запреты на внезапные проверки, на проверки этих учреждений не распространялись. Камера бар? Камера қояды. Еще не тату, сон, қанастырва тұр. Қашан қояды? Ну, бір аптаға, заказ бек қа, бір айыда. Мұнық деді қой, дайын. Бір мезгіл. Комментарий, типа там, бьют чего? Это старый, вообще-то. Қаз, ну, басқа қой воспитателдер, да, новый деген. Бұрын старый директор да уже был, не, новый. После того, что произошло, родители трехлетней Самиры не могут найти девочке новый детский садик. В январе этого года в сеть попали эти фотографии с очевидными царапинами и синяками. Момент нанесения удара воспитательнице мы показать не можем. Но несмотря на очевидный факт рукоприкладства, Марину Аушинову до сих пор сопровождают долгие месяцы судебных разбирательств. Одному Аллаху только известно, что делали с ребенком, почему такие следы от удушья, почему. Самое обидное в том, что молчат. Молчат тот, кто видел, тот, кто знает. Мы боролись за 110-ю статью. Это истязание несовершеннолетнего ребенка. Мы боролись за это, но, к сожалению, мы этого добиться, конечно, не смогли. Мы добились 140-ю, часть 2. Она не тяжкая, эта статья. Лишения свободы в ней не было, к сожалению, но ее лишили быть права воспитателем на 3 года, и моральный ущерб там был потом, ну, такие вот в основном. А то, что она признает свою вину, то, что она виновата в этом, она это не признает. Есть видео, есть доказательства, есть судмедэкспертиза, есть, в которой указано, что да, были телесные повреждения нанесены именно эти 3 дня, которые ребенок ходил 10, 11, 12, да? Но, то есть суд, несмотря на такую жестокость, он просто закрыл глаза и просто эту статью 140-ю дал. Почему? Вот тоже вопрос непонятно, то есть, почему. В глазах суда, да, получается, как будто ребенок сам эти увечья какие-то получил, да? Как будто бы. Возможно, она упала, их предположение, она могла упасть, там, она могла там, быть неосторожна. То есть им мало того, что побои были, то, что ребенка она ударяет. Самый большой недочет в нашем законодательстве, о котором мы постоянно говорим, уже на протяжении последних там, 5 лет, наверное, поднимаем этот вопрос, у нас вообще не установлена уголовная ответственность за легкий вред и за побои в отношении человека. То есть за это можно понести там, небольшой штраф или арест там, до 5 суток, и все на этом ограничится. Детский организм, в первую очередь, в психическом плане, он, конечно, подвергается наибольшему вреду. Он очень травмичен, да, вот к таким деяниям. И поэтому одно того, что там просто его побили оплеуху, но вот какую длительную психологическую травму он несет, и потом, может быть, на протяжении всей жизни будет нести. А доказать как раз такое, на самом деле, очень сложно. Я вам скажу честно, ко мне столько мам обращалось после моей истории. Из Чимкента, из Павлодара. И со стороны, ну, со стороны это естественно, где творится этот беспредел. Практически в каждом частном саду творится такой беспредел. Меня не приняли, я вам скажу, где-то, может, в 10 садах, наверное, частных. Ну, в гос я не ходила, в принципе, но в частных 10, и меня не приняли за мою историю. То есть я говорю, вот я такая-то, такая-то, мой ребенок подвергся таким издевательствам, я такая-то, такая-то, примите нас. Нет, нас не принимали. Вот прям конкретно говорили нет. Вопросы сложные, но все же. Почему воспитатели и няни порой бьют детей? Допустимо ли оправдывать их действия? Вы понимаете, да, что взрослый человек сдержаться может. Он может сдержаться. Мы же не бьем там, если я, например, на вас сильно разозлюсь, я могу сдержаться и не бить, потому что я знаю, что меня потом могут за решетку посадить, да? А тут у нас как бы к детям не особо применяется. Но тут же вопрос не только воспитателя. Почему они бьют? Вот в чем вопрос. Потому что много детей, потому что сложно с большим количеством детей, потому что детей нужно заставлять делать то, что детям вообще не свойственно. В этом возрасте дети играют, и так они учатся, а им играть не дают. Thank you.
Работа нелегкая. Раз вы с мужем пришли, я думаю, вы уже не сможете работать. Угу. Да, ответственность на вас. Угу. Так, с детьми я поставила одну группу, там надо. Дети какают, пишут, как понимаете, это все надо мыть, там убирать. Когда их надо вместе с воспитателем одевать, на улицу вместе выходить, во всем помогать. Вы здесь как будто белка в колесе. А сколько платят? Тут мало же. Ну, если мало, ищите ровники. Объясним. В этот частный детский сад в столице требуется няня. Фронт работы просто огромный. Зарплата по меркам Астаны ничтожная. Больничных нет. Я вообще больничные не беру. Потому что я знаю, что у меня вот... Я вот летом лежала 10 дней, у меня операция была. Срезали 10 дней. Только бизнес, короче. Мне лично, чтобы этот ребенок адаптировался здесь, чтобы остался. Я лучше лишний раз в более воспитательницу или же нянечку, но этот клиент у меня должен оставаться. Чтобы он в Тубисе там не написал плохое слово, и у ребенка, чтобы привык здесь. До сих пор интернет заполнен объявлениями о приеме на работу. Устроиться воспитателем можно любой ладящей с детьми девушки. Желающих, судя по настроению ответственных за вакансии лиц, немного. Оттого приступить к обязанностям за 120 тысяч тенге можно хоть сейчас. Допустим, в нашей палате к нам обращались граждане. Был факт, например, заражения ребенка туберкулезом, когда воспитатель болел открытой формой туберкулеза, я без справки его приняли, и ребенок заразился. И дело длительно, еще очень долго тянется, достаточно сложно привлечь к ответственности, до сих пор не привлекли. То есть такие факты есть, и, к сожалению, у нас даже при там, всем профессионализме там, юристов там, да, и желании помочь, у нас нет достаточных инструментов и отсутствует заинтересованность правоохранительных органов в таких делах. Престиж профессии воспитателя был утерян, по мне, так лет 10 назад, когда как раз-таки отменили лицензирование. Да? И с этих самых времен профессия дошкольного воспитателя до сих пор статус никакой не имеет. Это очень страшно на сегодняшний день, что каждый третий может себя считать воспитателем, да? Не имея соответствующего даже образования, потому что сейчас это никем не проверяется. Это тоже большая боль Казахстана. Это и массаж, который для расслабляющих, это массаж отхаркивания, для того, чтобы ребенок после болезни отхаркивался, и для того, чтобы вообще просто физически. То есть не детский сад, а санаторий. Можно так сказать. Как приходится порой выживать вот, и работать вот, руководителем детских садов? То есть, потому что кадров же мало. Кадров не хватает. Но вот сейчас говорить, что все плохо, это неправильно. Я всю жизнь отдала дошкольной системе. Я не буду тут лукавить, что прям толпами ходят здесь люди. Конечно, нет. Но мы первые шаги к этому делаем. Я думаю, что дай бог, чтобы мы доживем до этого времени, когда у нас будет действительно огромный конкурс, как в европейских, например, государствах, где конкурс на одно место составляет там свыше 20, да, там, до 100 таких человек. Мы, конечно, об этом только мечтаем. Но хорошие шаги в этом направлении делаются. Когда я пришла сюда на работу, было в группе 54 ребенка. Это что значит? Если при норме 25 детей, больше, чем в два раза. Представляете? А на сегодняшний день, это вот благодаря частным садам, у нас все-таки количество детей уменьшилось, мы целенаправленно эту работу ведем. На сегодняшний день у нас 28-30 посписочно. Фактически ходят 24-25 детей. То есть норма.
Случаи избиения детей в садах стали триггером возврата лицензирования дошкольных организаций. По информации Министерства просвещения, оно будет поэтапным и начнется с 2024 года. Тотальная проверка ждет не только новые ясли, но и действующие, которые не прошли повторную государственную аттестацию. Таких дошкольных организаций изначально было 80%. Государственные учреждения образования, я в этом уверена на 100%, пройдут оптом лицензирование в один день. Я когда-то была директором школы и помню, как у нас проводилось лицензирование. Мы буквально все школы страны в один день получили лицензию. Хотя кто нас проверял? Да, мы заполнили все эти документы, отправили и получили такое лицензирование. Здесь будет то же самое с государственными детскими садами. Частные детские сады будут по полной проходить эту процедуру. Да, ну, здесь это не совсем правильный подход. Депутат Ирина Смирнова – противница лицензирования, так как с его введением мы вновь можем вернуться во времена, когда все решает сотрудник департамента ПЧС или СЭС. А подпись? Подпись, пожалуйста. Теперь с этим быстро. Сейчас не те времена. Думать надо по-новому, проявлять инициативу. Да, и официальные цифры охвата маленьких казахстанцев дошкольным образованием сильно завышены, считает Смирнова. То, что говорило Министерство просвещения о количестве охвата детей детскими садами, не соответствует действительности. На самом деле охват детскими садами примерно около 50%. Министерство просвещения давало цифру 90 с лишним процентов. 98. 98. Ну, мы же знаем, что не охвачены дети. Постеснялись. 99. 100, да, 100 постеснялись. В столичных детских садах, которые посетили мы, места есть. Правда, детей в этих маленьких комнатках не сосчитать. Наши экскурсоводы заверяют, что переживать не стоит. Воспитанники довольны и сыты. Вот в Алмате мониторинговые группы выезжали, видели, целыми днями детей кормят одними рожками, да? То есть о каком можно говорить качестве, когда дети не доедают в этих детских садах? А выборка у нас была не очень большая, 50 садов, но данные были примерно везде одинаковые. Мы использовали международную шкалу оценки качества, которая признана во многих странах, используется учеными. И согласно этой шкале, конечно, были не очень хорошие результаты у нас. Качество было ниже минимального. Мы увидели, что не очень хорошая предметно-пространственная среда оснащения игрушками, например, да, или доступность игрушек. Если игрушки есть, то они недоступны детям, то есть ребенок не может, когда захочет, подойти поиграть. А если их нет, ну, то их нет, соответственно. Крайне бедная среда, очень много парты стоят обычно, ну, то есть детей садят и писать, читать учат, заставляют, да. Плюс нет индивидуального подхода к детям. Это одна из больших проблем, так как на одного воспитателя очень много детей приходится, и воспитатели, по сути, не успевают с каждым ребенком отдельно взаимодействовать. Всем известен случай в детском саду Сатте, да, когда воспитатели избивали детей, там, детей с особыми потребностями, но меры никакие приняты как таковые не были. То есть он может завтра вывеску поменять и повешать, назвать другое ТО и дальше продолжать работать. Почему безнаказанность такая? Поскольку им нечего терять, открыли новое ТО и все. То есть если бы была бы лицензия, то, соответственно, ее бы отозвали, и предприятие не смогло бы продолжать работать. А другую получить сейчас сложно будет. Это же новый садик, да? Да. Инклюзивный. Виндербэйби. А когда он открылся? Ну вот, в мае месяце. Интересно, что шокирующие кадры вышли за пределы этих стен месяцем раньше, в апреле. А новое товарищество на сайте электронного правительства имеет вид перерегистрации. Регистрация – это регистрация внесения изменений в регистрационные документы после проведения определенных действий.
Главным различием перерегистрации от реорганизации является характер производимых изменений. К примеру, при изменении наименования нет необходимости в реорганизации предприятия, но обязательной становится перерегистрация. Я приводила ряд примеров нарушений прав детей, которые касались нарушения питания детей, да, когда в порциях второго, да, например, там было 10-15 грамм мяса. На складах мы обнаруживали пропавшие либо несоответствующие качеству продукты и так далее. Вот. Но еще ранее, в 2019 году, я писала обращение генеральному прокурору Республики Казахстан с целью проведения комплексных проверок этих учреждений интернатного типа для того, чтобы выявить весь спектр нарушений прав детей. Кадровый голод и избиение детей вот в детских садах. Решит ли проблемы вот эта вот аттестация воспитателя, о которой говорит вот Министерство просвещения? Ну, вопрос аттестации сейчас пока непонятный, да, потому что ее как бы начали, аттестацию садов начали. Я сама лично не считаю, что она как-то будет решать эту проблему, да, потому что аттестация сейчас проводится, просто сад скидывает документы, как бы смотрят и все, да, и дают или не выдают. И уже было вскрыто много разных схем, махинаций, когда сады отправляют не свои фотографии и так далее. Поэтому сама по себе эта аттестация, не очень понимаю, что можешь сейчас дать. 1, 2, 3, 4. Так не хором, а давайте по одному. Так, Игнат считает, считай вслух, Игнат. Наталья, а вы до этого как работали? С детьми уже взаимодействовали? Да. До этого работала, а потом как бы не работала, время прям прошло определенное. Кто-то приходит заново, кто-то вообще с нуля до мер приходит, обучаются люди. Большие зарплаты, аттестация, введение лицензирования, это как-то скажется? Я думаю, нет. Здесь любовь, понимаете, если она есть, то она с молоком матери приходит. Если ее нет, то это очень сложно будет. И даже если приходит воспитатель с самой высшей категории и не любит, не уважает детей, то, в принципе, проблемы всегда будут. Как часто бывает, 400 организаций работают хорошо, а одна организация сработала плохо. Вот 400 организаций мы не будем слышать. Мы будем все время слышать ту одну организацию, которая работает плохо. И весь труд, 99%, он весь смазывается, и нам говорят, да вы дошкольники, и вот дальше. А вот на самом деле основная часть, большая часть, 99%, правильно свою работу делает. По-настоящему обидно, что эти 99% работников детских садов, особенно государственных, любят, терпят и работают за достаточно скромные оклады. Дошкольники в самом низу официальной статистики по зарплатам. Если сейчас эта профессия станет престижной, она будет гарантировать тебе доход, на который человек может существовать, содержать свою семью. Вот, тогда туда и придут люди, которые искренне любят детей, с детства мечтают стать учителями, воспитателями. Но это все требует времени. И за один раз, за один год, к сожалению, ситуацию изменить крайне сложно. Можно зарегулировать, повысить требования, вот как то, о чем я говорю, да, сделать эти учреждения более прозрачными, регулярно проверяемыми, чтобы они были в постоянном напряжении, что если они не выстроили работу своих учреждений правильно, и в любой момент придет проверка, выявит все эти нарушения, и в том числе кадрового состава, в частности, тоже. Вот. Но, по сути, если мы не вырастим новые кадры и не наполним эту систему добрыми, хорошими людьми, то надеяться на то, что там ситуация прям кардинально изменится, невозможно. А пока приходится ждать и надеяться на то, что ребенок, когда родители на работе или дома, находится в целости и сохранности, не попадет под горячую ладонь воспитателя или, еще хуже, под объективы видеокамер.